В рамках операции инспекторы ДПС вместе с сотрудниками ГИБДД Сочи выявляли нарушения правил дорожного движения водителями общественного транспорта. Также следили за выходом автобусов на линию, проверяли техническое состояние транспорта и наличие путевок. Проводили с водителями автобусов профилактические беседы. Всего за время операции проверено около 200 автобусов, составлено 82 административных материала, из них 21 в отношении должностных лиц, ответственных за выпуск транспорта на линию. Кроме того, выявлено 2 автобуса, которые выпускались на линию без прохождения техосмотра.